Сегодня у нас вот такая большая посылка, как всегда, из Китая. Что здесь, я вам сейчас расскажу. Здесь должен быть спальник, спальный мешок, так как уже настает время похода. Все хотят идти в поход, все хотят отдохнуть на майские праздники, поэтому рюкзак у меня есть, всякое снаряжение у меня есть, а вот спальника хорошего у меня не было. И поэтому я решил заказать спальник в Китае. Потому что цены на спальники в моем городе, как обычно, меня не устраивают. А посмотрев цены и спальники в Китае, меня удовлетворила вот эта вещь. Так как примерно аналогичная вещь у нас стоит гораздо дороже. Причем намного. Чем он примечателен? В принципе, он весенний спальник. Шкалу температур я вам покажу, мы еще посмотрим. Фирму я эту не знаю, это, видимо, какая-то китайская фирма. Вот такой спальник. Это уже, кстати, второй спальник пришел. Первый такой же заказывали. Он такого большого размера. Почему? Потому что просто-напросто он свернут там не так, как его сворачивают, так сказать, в походе. Вот сейчас я вам разверну, покажу его. Что-то продавец непонятное положил сюда. Я еще такого не видел, что это. В общем, в первой посылке этого не было. Сейчас мы посмотрим этот спальник. Я вам открою, покажу его. Посмотрим шкалу температур, на какие он рассчитан. Так, идет с чехлом, с ремнями, все как нужно. Распускаем ремни, смотрим, посмотрим, что это потом. Посмотрим сначала на спальник сам. Но у меня есть подозрение, что он положил продавец. Хотя вот эти штучки я не заказывал, я не знаю, что это. Сейчас мы посмотрим. Вот, открываем чехол, видите, как свернут спальник. То есть, ну, в поход, конечно, я его так сворачивать не буду. Хотя все равно спальник достаточно объемный. Габаритный, но не такой большой, как сейчас кажется. 375 гривен такой спальник стоит в Китае. Немножечко здесь вылез синтепон или пух, не знаю какой. Сейчас разверну вам спальник и покажу. Заранее извиняюсь, что дома ремонт, грязно очень. Вот такой спальник. Вот такая вещь. Очень полезная, я думаю, в походе пригодится. И за такие деньги, за 375 гривен я купил этот спальник. Он очень теплый. Купили мы два спальника вместе. Почему? Да просто потому, что соединить их и спать вместе можно, например, с девушкой. Это будет как общий такой большой спальник. Что я вам хотел показать? Здесь где-то я видел на нем шкала температур. Вот замок идет вдоль всего спальника. Сейчас найдем. Нейлон, полиэстер, катон. В общем, спальник довольно теплый. Довольно хорошая вещь. За такие деньги я очень доволен этой покупкой. Плюс нам прислали какой-то презент. Я не знаю, что это. Сейчас мы посмотрим. Это, видимо, продавец прислал какой-то презентик нам. Так, ну, как я и думал, это такая туристическая надувная подушечка. Две штучки он нам их прислал. Это очень приятно. Это вещь полезная, она маленькая, сложил себе. И зато подушка, оп, в походе у тебя есть. Бесплатно прислали подушечку. Вот. Все-таки я бы хотел вам показать шкалу температур.
Но я не помню, где в конкретном месте она здесь указана. В общем, здесь застежки, спальник, как правильно он называется, одеяло, есть мумия, спальник, есть разные по виду, по своему непосредственно спальники. Одной рукой неудобно. В общем, в Китае можно заказывать не только всякую электронику, но можно заказывать товары для туризма хорошего качества. Извините, что камера трясется так. В общем, спальник теплый, большой такой спальник. Если можно соединить два таких спальника в один, как мы будем делать, то получится очень теплое одеяло, очень теплая вещь. В общем, вот такая вещь, я исключительно доволен полностью. В принципе, рекомендую этого продавца, он еще плюс положил подарочки. Хороший спальник. Шкала температуры, я помню ее примерно так. То есть, там нулевая температура, это дискомфорт. Ну, то есть, на весну спать без ничего, без белья, самое то, что нужно. В принципе, все, подписывайтесь на канал, будут еще новые обзоры, интересные. Все, до свидания.